Миротворцы России в Нагорном Карабахе занимаются решением экологического вопроса в зоне своей ответственности. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что в ходе встречи в Москве обсудил эту тему с азербайджанским коллегой Джейхуном Барамовым. Представители ведомств Азербайджана ведут работу с участием российского миротворческого контингента, отметил глава МИД России. Напомним, 3 декабря группа азербайджанцев в штатском перекрыла связывающую Армению и Нагорный Карабах магистраль Горис Степанакерт из-за вопросов экологии.